Всем привет, продолжаем играть в Властелин колец битва воинств. Значит, что касается долга, тут осталось 2 дня. Ну, на момент выхода видеоролика, не знаю, день, наверное, останется до новой кампании. Ну, короче, скоро, да. 3-й сезон, воссоздание славы, идем за Гундабад. Так, сейчас я быстренько вот это вот все сделаю. Так, а тематика вопросов, все как написано, то есть я так понимаю, любые вопросы. Главным из 3 колец, Нэнья. Наверное, все эти вопросы из всех тем, имеется в виду. Пираты наносят урон горением. Да. Чей-то эскиз. Это тень. Это, конечно же, тень. Король-чародей. Зачем он нажал? Он же играет за зло. Он не знает, как король-чародей выглядит. Скадуфакс. Зовут коня Гэндальфа. Хотя я не помню нигде таких упоминаний, если честно. И во Властелине колец не Скадуфакс его зовут. Так, золотая корона. Я помню этот вопрос. Леголасу блистающие пещеры. Ну, здесь без шансов для Джона Сноу. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. В Ривендале. Мем, так сказать, для тех, кто в теме. Так, прелесть, конечно же. Ну и все, осталось один раз еще так сделать. Хотя нет, подождите, в этом нет смысла. Зачем вторая победа, если мы уже забрали награду за 14 звезд? Так, еще через сутки будет испытание. Это замечательно, то есть можно будет пройти испытание здесь. Потом еще в компании пройти. Выглядит это все неплохо. Так, что у нас? Закрытый шлем. Но перк такой себе. Ну, как бы лучше, чем ничего. Так, здесь я продолжаю на Эрузене развиваться. Вон, потихоньку сезоночку делаю. Так, золото надо, камень, зерно. Качаю, значит, этого. Латхара дальше. Вот уже почти до 40 уровня. Ну, пока что на 200-ке. Потом, может, возьму что-то покрупнее. Значит, ситуация сейчас следующим образом здесь обстоит. Тут Гондор начал биться с варьягами. Варьягов много, Гундабада много. Ну, понятное дело, там заборы. Вот, поэтому будет союз варьягов и Гундабада, скорее всего. Ну, как и всегда. Как и всегда, на воссоздание славы, хотя это не воссоздание славы, но похожий сезон. Вот. Еще Линдон здесь, вон, Эртлуин они. А, это Эрин Ворн, вернее, захватили. Нуминас живет. Ну, короче, потихоньку все развиваются. Так, а по сути, раз звезду можно и не получать, то зачем вообще тогда стараться? Кстати, я здесь потихоньку уже... выхожу в этих в жнецов. Ну вот, сейчас построится 8-е жилище. И можно будет брать жнецов. Я надеюсь, к тому моменту элита исследуется. Сколько тут осталось? А, тут осталось 5 часов. Понятно. Понятно, совсем ерунда. Нифига себе, тут оказывается даже ускорители есть. Элитные тренировки. За ресурсы, он за кристаллы предлагают. Хм. Забавно. Правда, бесполезно, по большому счету, как мне кажется. Потому что вы ставите элиту 2 на 48 часов. И там стараться тратить кристальчики, чтобы там на 30 минут срезать. Ну, такое себе. Так, это мы уже не будем открывать. А что я тут, кстати, забрал последним? По-моему... А, шляпа, да. До сковороды я не добрался, да и хрен с ней, нужна она. Сковорода это оружие, оружия и так хватает.
Поэтому как бы да. Азрукхор. Еще один юзлес командир. Очередной. Нет, игра, это так не работает. Если ты думаешь, что ты мне будешь одного, два командира в сезон выдавать, я останусь. Не. Это так не работает. Но забавно то, что он выпал, конечно. Я вообще не ожидал. Сейчас командира. Совсем можно, кстати, нанять его. Пусть хвастается своей выпивкой. У меня почти такая же фляжка в армии была. Так, что у нас по советам? Давай, голду мне. Вообще, чтоб удивить. Не, нифига. Достаточно тебе. Теперь можно весь сезон ничего не ждать. Потому что уже Азрукхора дали. Великого пирата. Да. Он, кстати, второго уважения. Плохо. Вот если бы он был третьего, можно было бы пойти через измену. У меня было бы два таких командира. Этот... как он, я забыл. Гришнак или как его? Вот этот вот, короче. Шарку, вот. Был бы Шарку и Азрукхор. Два чисто плиточника с безумием. Так, ну и здесь пока что все. Так, в общем, ситуация здесь на секонде таким вот образом складывается. Как видите, королевство банк пропало. Значит, что произошло? Дело в том, что забрали Артханг. Забрали Артханг. А так как это была единственная крепость с кольцом, то произошло вот это вот. На будущее. Для тех, кто будет играть в этот сезон, защищайте столицу. Обязательно. Я не знаю, что будет, если, допустим, вам снесут столицу, а у вас есть еще одна крепость с кольцом. Я не знаю. Возможно, и останется королевство. Но как только вы теряете столицу, то есть кольцо, королевство расформировывается мгновенно. Просто мгновенно. И связь всех братств этого королевства, она пропадает. То есть вы просто становитесь аборигеном, который сам по себе. Вот. Кстати, в среду, то есть сегодня, ну, для вас это будет вчера, потому что в четверг выйдет видеоролик, ввели обновление, в котором на нейтральные участки можно переезжать. То есть это вот сделано как раз... Да, но мне не нравится. Мне не нравится, во-первых, этот сезон тупой механикой с башнями. Вообще она мне не вкатывает. Ну, то есть, как мне кажется, захватил крепость, условно, главную, и все, этого хватит. Но нет, надо еще какие-то башни держать. Если ты теряешь, то регион становится нейтральным, то есть у тебя нет в домашнем регионе никаких преимуществ при защите. Ну, там штрафа для осады для противника в этом духе. И второе, это то, что ты теряешь столицу, и все. Как бы все падает, все разваливается, все уничтожается. А нельзя сделать, я не знаю, там хотя бы, чтобы сутки, там хотя бы связь с другими братствами сохранялась, чтобы у вас был шанс нанести какой-то контрудар. Но нет, разработчики решили, что а нифига. То есть, если вы проиграли, все, никаких вам больше шансов. И в итоге... монопольное братство, королевство Оуди продолжает сражаться против Плова. Неплохо они держатся, кстати. Им еще вот эти красные фермеры помогают немножко. В общем, да, я тут, кстати, получил этих духов леса. Хотел бы потестировать. Но идеально, идеально. Их надо под какого-нибудь халдера. Потому что он бафает стрелков, то есть не завязанных на расе. Причем у них отдельная своя раса, древние духи. Если, кстати, посмотреть в казарме, я не знал, что они такие огромные. Но просто посмотрите на их размеры. Они довольно высокие. Ну, то есть, это жены энтов, как я понимаю. Ну, типа они.
Ну и в принципе по превью видеоролика вы уже поняли, о чем тут будет речь. Значит, некий предводитель клана Рус-Г, Азазель, за что ему большое спасибо, помог мне закрыть задание. То есть я зашел к ним в гильдию на секундочку, и мне засчитало задание для уникального снаряжения. То есть, во-первых, я закрыл органат, мне теперь не нужно на него охотиться, и мне не придется идти в Линдон в следующем сезоне, чтобы получить Эретлуин. А вообще-то я как бы переехал сюда, чтобы помочь. Помочь всем своим товарищам по королевству, чтобы захватить Эретлуин. Мы очень неплохо продвигались, но, к сожалению, нас прервали. Нас прервали захватом кольца. Вот, и планы мои сорвались. Я хотел по-честному, по-красивому прийти в Эретлуин, помочь забрать его и получить щит. Как полагается, ну, заслуженно. Но, к сожалению, пришлось использовать такой способ. Да, кстати, когда я зашел в Рус-Г, у меня, короче, прирост сил увеличился до 122 тысяч, кажется. То есть, если постараться захватить всю карту, то в теории можно до 150 или даже до 200 тысяч разогнать. Ну, там зависит от того, какие у вас будут плитки. Но зачем такая большая сила нужна, я не совсем понимаю. Так, в общем, надо... Для того, чтобы получить щит, мне нужно сделать еще один рейд. Я специально сделал так, чтобы у меня остался один рейд до щита. Мы сейчас с вами его сделаем. Я все вместе заберу. 25 уровень, ну вот, в принципе, пойдет. Вполне себе подходит по условиям. Надо почаще вот эти вот всякие 40-е почищать рейды. Там неплохие задания дают на 120, по-моему, тысяч опыта. Раньше я вроде только на 80 тысяч видел. Так, ладно, пока там Фалгин идет, в общем-то, тут отчеты. Я забыл показать в прошлом видеоролике, ну и тут немножко дополнил. Значит, первый отчет у нас есть вот такой. Здесь Бален, ну, не особо справился, да? Но дело в том, что Гэндальф здесь вот такой. То есть он прям хорошо заряженный. Такая вот сборка у него на плюс урон для лучников. Ну, вы сами все видите. Получше, мне кажется, Бален одет. Ну, Гэндальф это Гэндальф. Что еще сказать? Проблема. Есть вот такой отчет еще против Гильгалада. Я считаю, это неплохо. Это неплохо, учитывая то, что у меня нет никаких преследований, а Гильгалад у нас вот так выглядит. То есть, очень даже хороший Гильгалад. Вот мне бы кинжал этот, да. Все тут взято, все как надо. Это, кстати, не пятое уважение, по-моему, побольше. А, нет, подождите, тут просто очки по-другому распределены. Ну, я не буду считать, ладно, не суть, короче, ладно. Вот такой еще отчет есть. Тут уже получше, конечно, но все равно. Это тот же самый Гэндальф, да. Ну и как бы алхимики, возможно, через физу было бы лучше, потому что боевая готовность. Далее. А, это Двалин добил. Да, добил Двалин. Балина. И после этого еще Гильгалада мне тут покромсал. Вот такой результат. Ну, в принципе, понятно. А, тут еще и на героизм трубка. Нифига, нормально так-то. На самом деле, если бы у меня было много очков, я мог бы просто в засветку уйти. Это очень сильно напортачило бы урон Двалину. Очень сильно снизило бы его. 150 тысяч накидал. Далее вот такой отчет есть. Тут Кхалдуна сожгли. Просто в ноль. 292 тысячи урона, как видите. Ну, алхимики, они есть алхимики. Я их, наверное, больше даже нанимать не буду. Сейчас вот потрачу резерв, который у меня есть, и буду от них отказываться потихоньку. А то сейчас привыкну к ним. Вот. А я же на РП пойду. Надо возвращаться домой. Да, кстати, по поводу новых сезонов здесь на основе. Скорее всего, я возобновлю круг. Круг, то есть, который у меня был... Круг фракций. То есть, в первом сезоне я играл за гномов.
Я поиграл уже за все фракции, ну, кроме Линдона. Соответственно, в 7-м сезоне... Или как он по счету? Ну, 7-й, да. Я иду в Эребор. То есть, я иду домой. Потом опять Арнор, скорее всего. Ну, Арнор будет мертвый, но, возможно, будет интересный сезон. Потому что второй сезон на данный момент самый интересный был за Арнор. Такой вот отчет против Саурона. И вот так у нас он выглядит. Ну, тут без куртки на фокус и в 3 стака, понятное дело, что больно. Но все равно выстояли неплохо. Балин слился об Саурона, да. Вот это, конечно, не круто. Он, конечно, отхватил тоже, но, блин. Здесь, опять же, минус фокуса нет. А, и потом добил Палгином, да. Потом есть вот такой счет. Но здесь на Лурца я нападал. Лурц просто 310 тысяч аривидерчи. Это в очередной раз показывает, что лучше его не использовать. Потому что забудете его убрать, оставите где-то на плитке, и получится вот такой отчет. Не, он, конечно, огрызнулся на 80 тысяч, это неплохо. Но по снаряжению он такой вот, 400 силы. Тут можно было еще украшение получше поставить. Далее, вот такой отчет есть. Ну, это больше из рубрики «Забавно». Ну, сколько тут? 24 тысячи урона вышло. Без учета исцеления, по санинт. Такая вот у нас санинт. Причем, заметьте, да, что самое интересное. 83% шанс на иммунитет к безумию и оглушению первые 4 раунда. А Фродо и Сэм говорит, да мне плевать, как бы... Че, я могу и так. На самом деле, если бы этого шлема не было, я думаю, санинт еще больше себя продамажила бы. Может быть, даже всех ближников уничтожила. Раболетчиками. Но это забавно. И вот такой еще есть отчет. Это я Леголаса попробовал. Ну, как бы начало положено. Это только первый отчет. Я не буду по нему ничего говорить. Но как бы отхватили мы знатно и слабо накидали тут. Ну, опять же. Та же самая санинт. Мне сказали челы, что они вообще пытаются этого игрока избегать. Ладно, давайте я наконец-то получу. А, значит, здесь я беру рок. Беру я его 100%, потому что, во-первых, я решил Боромера мейнить из Т1 командиров, хотя я их не использую. Ну, ситуативно, где-то в каком-то сезоне я могу использовать Боромера. Поэтому я потихоньку качаю ему уважение. Уникальный предмет не самый лучший. Но дело в том, что из Т1 командиров меня ни один уникальный предмет не интересует. А так как я качаю Боромера, соответственно, ему буду брать. Вот, но качать не буду. Так, а что надо сделать? А что? Нажать просто. Психанул, да, теперь он у меня есть. Будь я проклят, тебе и правда удалось добыть рок Гондора. Прими мою благодарность. Да ты, походу, и так проклят, Боромер. Понятно, тут его диалоги, которые мне очень нужны. Да, и теперь у меня есть этот рок. Может быть, когда-нибудь, когда у меня будет хватать снаряжения... Я позволю себе звезды сделать этому рогу. Но только не сегодня, как сказал Арагорн. Да, но сегодня будет другое происходить. Сюда. Вот он, щит моей мечты. Какой замечательный подарок ты мне преподносишь. Я горжусь тем, что ты на моей стороне, друг. А как я горжусь, Фалгин, даже себе представить не можешь. Так, ну и по идее, там же больше надо вещей, чтобы звезды сделать в 2 раза больше. Да, тут 2 предмета сразу. То есть у меня будет 3 звезды щит. Ну, он как бы не будет хуже, чем гордость Эребора 4 звезды. Он не будет, конечно, но, блин. Единственное, что мощь он не дает. Ничего страшного. Тут, как видите, 4 ОЗ будет у нас и 30 защиты. Неплохо. Я считаю, неплохо. А, подождите-ка. 4 надо на 3 звезды. А сколько ж там надо на 4?
6. А у меня 4. То есть надо 2 еще украшения. Я смогу сделать 4 звезды его. Единственное, жалко, что я не могу покрасить. Да, не могу. Но здесь на 6 звезд получается решительность авантюриста будет давать 12%. То есть все юниты ближнего боя минус получаем урон 12%. И для юнитов дальнего боя наносим урон плюс 12%. Естественно, с нижним эффектом я это все посчитал. То есть это лучше, это перк, по сути, стрелковое построение. Но здесь он дает 10%, а щит дает 12%. В общем, да, теперь его надо открыть, докачать полностью. Ну и буду ждать украшения золотые. А дальше его качать. Там же защита все равно будет расти, да? Защита будет расти. Так, ладно. Что там бесплаточка сегодня может предложить? А, кстати, медали. Ой, не медали, а вот эти вот карты я берегу сейчас. Вот начали бусы давать, кстати, каждый день практически. Когда я уже сделал. Ну, надо дальше, по идее, качать. Делать 11-е уважение, дальше идти. Но я пока покоплю карты, а там будет дальше видно. Может быть, какие-то новые интересные перспективы открою. О, веревку дали. Недурно. Так, ну и советы. Наконец выполнить. Что тут светится? Опять это ерунда раздражающая. Как же бесит эти сюрпризы, а? Просто юзлес опция практически. Ну, почти всегда. Будем так говорить. Не знаю, что мы будем делать теперь после падения королевства. Но, по крайней мере, мы по РП сыграли. Арнор же упал, а мы типа были Арнором, поэтому... Поэтому мы и упали. Что будет дальше, посмотрим. Но я бы на самом деле вообще сделал бы так, чтобы все самые активные перешли в плов. То есть сделать, зарядить максимально одно королевство. Вот. Тогда можно было бы еще что-то интересное сделать. Ладно, на этом я, в принципе, видеоролик заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. До встречи.